Лестничный спуск, который располагается недалеко от домов по улице Старая Загора, помогает жителям сократить путь до подъездов, ближайших магазинов и поликлиники. Однако с наступлением холодов лестница покрывается наледью. Опасаясь за свою безопасность, граждане попросили установить на спуске перила. Эти две лестницы, по ним жители ходят в парк Воронежские озера по этим лестницам. И ходят не только днем. У меня бабушки уже в 5 утра ходят бегать, с палочками шагать. И, конечно, перилы способствуют тому, чтобы они безбоязненно спустились по этой лестнице и поднялись. Жители составили обращение, в котором попросили о помощи. Вопрос решили в кратчайшие сроки. В результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках действующего в Самаре проекта «Мой дом». В рамках проекта «Мой дом» планируется установка двух ограждений на двух личных маршах. На одном личном марше уже работы завершены. В данный момент планируется установка на втором личном марше подрядной организации. Проект «Мой дом» был создан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Основная задача этого проекта – повышение правовой грамотности председателей советов МКД. Уникальность данного проекта, наверное, заключается в том, что создалась возможность наладить непосредственную коммуникацию жителей с надзорными органами и решить те насущные коммунальные задачи, которые у них и вопросы, которые у них назрели. С наступлением зимы возникает множество актуальных проблем в сфере ЖКХ. Сегодня, благодаря проекту «Мой дом», жители повышают свой уровень компетенции в вопросах ЖКХ. И благодаря этому благоустраивают дворы, делают проживание в многоквартирных домах комфортным и безопасным. Александра Гусева, Максим Гусев. События.